Такой ровной и гладкой дорогу не помнят даже старожилы. Жители шутят, раньше в совхозный переулок въезжали на четырех колесах, а выезжали на трех. Теперь такого поворота событий можно не опасаться. Особенно счастливы пешеходы. О прыжках на дальние дистанции через глубокие лужи можно забыть. Здесь было выше колена воды. Вот как вы, вот представьте, вы идете в туфлях и по колено воды. Как перепрыгнуть через это? За 5 лет жители со своей бедой обошли все возможные инстанции. В ответ не услышали даже обещаний. На одной из встреч с главой города рассказали о дороге в совхозном переулке. Буквально на следующий день яму засыпали асфальтовой крошкой, а чуть позже отремонтировали дорогу полностью. Уложили новый асфальт, да, сделали хорошую дорогу, жители очень довольны. Все работы были сделаны в сжатое время, порядка 3-4 дней. Сейчас жители волнуются, что дорогу могут разбить снова. По ней часто ездят большегрузы, потому просят установить на въезде запрещающий для грузовиков знак. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков, «События».